Дмитрий и Ксения, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте. У нас сегодня два поколения, это папа и дочка, и сегодня вы уже оба являетесь бизнесменами. А, Ксения, всегда ли вы знали, что пойдете именно в семейный бизнес? Нет, наверное. Но точно знала, что пойду в медицинский бизнес. И, наверное, все-таки, да, семейный. Ну, сложно. Это мы только-только это обсудили, что с детства мне говорили, ты будешь стоматологом. А я знала, что я буду не стоматологом, но буду кем-то в медицинском бизнесе. Вот, поэтому... Но я себя не идентифицировала, как, наверное, прям с детства с семейным бизнесом. Наверное, не совсем понимала, что это такое. Ксюша, видели, как папа с мамой проводят огромное количество времени на работе, строят семейный бизнес. Тогда еще, наверное, начинали, когда Ксюша росла. Вот в голове какие мысли вообще были? Хочу ли я в этот бизнес или хочу работать в найме? Вот, я говорю, не было таких мыслей. Это я сейчас уже понимаю, какой найм. Я настолько привыкла делать то, что мне нравится, то, как я это вижу, то, как наша семья это видит, что я бы вот сегодня уже точно никак не могла об этом думать. Тогда, когда я росла, это были 90-е, бизнес еще был не так развит, и поэтому, конечно, у ребенка там 10 лет точно не было мысли, что я вырасту и буду в родительском бизнесе, нет. Дмитрий, знаете, сегодня очень много общаемся с предпринимателями, у которых семейный бизнес, и зачастую они говорят, слушайте, у меня дети вообще не хотят быть в семейном бизнесе. Вот как у вас было и как вообще воспитывали Ксению, чтобы она вошла все-таки в семейное дело? Семейное дело для меня начиналось в 90-е с рекомендацией моих родителей пойти в медицину, потому как именно в медицине они могли помочь словом, делом и какой-то старт мне дать в этом бизнесе. Естественно, Ксении я тоже советовал пойти в медицину, потому как именно здесь мой опыт, он бы пригодился, и у нее был бы преимущество перед остальными в этом конкурентном деле. То есть, по большому счету, те компетенции, которые мы наработали, они помогли бы ей хорошо стартануть и достичь чего-то. Вы очень давно на рынке и видели много семейных пар, у которых получалось вести семейный бизнес, у некоторых не получалось. Вот какие сегодня есть барьеры вообще в развитии семейного предпринимательства в Прикамье, на ваш взгляд? Доверие. Необходимо доверять своему партнеру полностью, доверять его предложениям, доверять финансы, управление коллективом, прислушиваться. Я считаю, что демократия в бизнесе, она ведет к росту, потому что если ты будешь авторитарен и будешь настаивать только на своих убеждениях, на своих мыслях, то, во-первых, весь коллектив, он устает. Он устает и будет стагнация. А когда все ощущают свое какое-то вовлечение, они думают, что что можно какое-то свое новое привнести, и именно это даст толчок, я поддерживаю. И Ксения при всей своей молодости, она много привносит. И первое время было тяжело с ней, на самом деле, потому что идей много. Вся молодежь – это максималисты, которые думают, что именно их решение, оно правильное. А я был неким тормозом в ее развитии, как ей казалось. А на самом деле я своим опытом, наоборот, ее подталкивал к правильным решениям. А как вот здесь работать со своим ребенком? Когда он предлагает кучу идей, как ему объяснить, Ксюша, эта идея тоже хорошая, но, возможно, она не выстрелит сейчас? Вот тут есть какие-то советы? Ну, во-первых, ребенок, а если еще и девочка, она всегда говорит про любовь. Да? И в тот момент, когда я говорю, что она в чем-то не права, у нас был разговор о том, что «папа, ты меня не любишь». Нет. Я думаю, что как раз любовь заключается в том, чтобы быть честным, искренним с ребенком. И когда мы говорим о бизнесе, все-таки надо немножко чувства свои личные, я не скажу, что полностью отодвигать, но говоришь о деле, будь жестким. И вот эта жесткость, которая была в отношении нее, были и слезы были,
было непонимание, но со временем мы научились разговаривать. Она поняла, что, мне кажется, что она поняла, что я хотел ей добра. Насколько важно вообще, на ваш взгляд, сохранить традиции в бизнесе, которые там были 20 лет, и вы пришли, вот все нужно ломать или оставить то, что есть? Конечно, когда я только пришла, хотелось многое изменить на свой лад, сделать под себя. Но чем дальше ты в бизнесе в этом существуешь, ты понимаешь, что на традициях, собственно, строится, во-первых, общество, а во-вторых, конечно же, есть сама организация. Поэтому традиции супер-мега важно соблюдать. Но никто же не говорит, что нужно их всегда соблюдать в том же самом виде, правильно? То есть сегодня, когда-то на Новый год ели только мандарины там и селедки под шубой, а сегодня это уже чуть больше, правильно? Сегодня уже там более разнообразные блюда. То есть суть традиции, ядро очень важно оставить. При этом никто не мешает от себя чего-то новенького, вкусненького добавить. Дмитрий, что бы вы сегодня посоветовали в первую очередь родителям, которые хотят, чтобы их ребенок все-таки остался в бизнесе и создал вот эту преемственность, вот топ ваших 5 советов. Я считаю, что нужны якоря. Одним из якорей, которые позволили мне Ксению оставить в нашей клинике, в нашем бизнесе, это передача части бизнеса. То есть я сделал ее собственником бизнеса. Второе, это, ну, среда, которая вокруг. На сегодняшний день вот молодежь уезжает за какими-то мечтами куда-то далеко, и им кажется, что там трава зеленее за забором у соседа. А я считаю, что сделай красивую мечту здесь у нас. Покажи, что то предприятие, тот бизнес, в котором ты находишься, он на сегодняшний день лучший по отношению не только в твоем регионе, а лучше в мире. Да? И когда действительно твой ребенок в это поверит, и он поучаствует в создании тех условий для бизнеса, в самой работе поучаствует, и она понимает, что да, действительно, зачем куда-то ехать, я смогу реализоваться здесь. Дмитрий и Ксения, благодарю вас за наш разговор. Надеюсь, что, знаете, вот таких примеров семейного бизнеса в нашем регионе с каждым годом будет только больше.